Всем здорово, друзья! С вами, как всегда, Кофи, Эксайл, Фреш и Хайпер, и сегодня у нас новая серия Помонечков CSGO! Чего бру? Че, вы аут, пацаны? Пацаны, вас никак не вытащить отсюда! Олег, дай руку, Брат, Лео! Олег, дай руку! Кто смотрел мой аут, тот поймет! Вообще, ребят, я надеюсь, вам понравится серия, как бы у нас сегодня новая карта, это полицейский участок, как бы из тюрьмы, соответственно, да, вот, поэтому, ребят, все желаю приятного просмотра, приятного аппетита, вот, ну а мы погнали! Хайпер мыло воронил. Розыгрыши, честный дроп, интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп, систему лайфтрейдов, авторские кейсы от топовых ютуберов. forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. Илья, не бей! Лучше бросай! А ну отошел от него! Это мы знаешь прям как учитель? Помоги! Руку даю, давай! Открыл! Все, погнали, пацаны, 5 секунд за мной! Парни, бегом! Кто остался там, ребят? У нас первый раунд, Илья маньяк! Так, бегом за мной, короче, Олег, главное, мыло не рани. Ясно! Лех, мы предупреждали, как бы, что бежать пора. Я сдамся, а ты меня просто, знаешь, типа, блин, отпустишь. Ясно. Так, подожди, Макс, знаешь, что самое, как бы... Я тебя не услышал, если честно. Вот как бы... Я нычек-то не помню именно здесь. Открывать, я знаю, где есть нычки, я знаю, но мы не... Так, давай попробуем. Идем за мной. Только аккуратно спускайся, Макс. Почему? Я шифчу. Давай. Лео бежит вам. Не надо. Лео Галанта? Где-то здесь. По-моему, была какая-то нычка. Ганжи, да, Макс, он не узнал, Макс, что на первом этаже. Вот сюда. Ой, чё? Хорошо. Прыгай просто. Так, я надеюсь, ты разобрал. Красава! Просто лучше. Так, сюда. А где вы? Слушайте. А как вы попали в этот телепорт, который находится прямо возле... Нет, не делает. Только попробуй сделать это. Прямо. Макс, Макс, ты идешь ко мне? Нет, я не могу найти, куда к тебе прийти. Как? У тебя там безопасно, где... или ты уже ушел оттуда? Прямо. Ладно, я постараюсь за тобой. Я иду к тебе, я к тебе. Ой, просто здорово. Давай, смотри, где-то здесь. Нет. Ну что, выходим. Вообще это было такое. Это пустые. Я Соник. Нет. Я направо побежал. Нет, а почему со мной? Почему? Я спросил, иди сюда, Винсент. Нет. Лево отстанет мне. Лево. Я тебя убил. О, Макс, не беги туда. Макс, не иди туда. Я понял. Зачем ты в ванну побежал? Блин, это не лучшее место. После того, как Фреш туда зашел. Макс, за мной, быстро, бегу. Я думал, ты... А что он знает? Да, Макс, да хватит так делать! Да я застрял там. Что ты врешь? Что, пацаны, делать надо? Да ничего делать не надо. Я сам. Ну нет, ну ты зачем друга-то моего это, а? Я думал, ты сказал, ну, здравствуй. Вот ты, Лео, и попался, значит, ну, привет, да? Так, что сейчас будем выяснять? Как бы, Лео... Олег сказал, можешь или убивай его. А, скажи, кто умер? Я же умер, да, по-моему? Да, я умер. Пока. Да, да нет, я застрял! Нет! Слышь, ты вы... А где... А парни, нам как-то встретиться, по-моему-то, надо? Ребят, я знаю еще много нычек крутых, давайте покажу. Только мне нужно увидеть вас, хотя бы одного. Я за тебя. Здорово. Макс, ты где? Макс! Смотри, абракадабра, Макс, появись. Давай, Макс, давай. Ну, где а же? А вот он, и он из машины из-за двор вылетает. Пацаны, что не работает твоя магия? Сработал, назад посмотрел. А, во, здорово, парни, за мной. Сейчас топовая нычка, короче, смотрите, просто показываю. Так, бегаем в коридоре, так. Комната допроса, стул, так, заходим наверх. Поднимаемся, да, Макс, ты что делаешь? А ты что вниз упал? Вот сюда, сюда. Ну, Илья вряд ли найдет комнату, да просто. Да, что он не... Во, сработал. У меня странно то, что у меня типа не отображаются ваши никнеймы. И карты нет. Да, у меня тоже не отображается. Куда вы пошли? Ну что вы, пацаны, что творите вообще? Давайте, аккуратнее. По-моему, ты... Не застрял. Я падаю. Так, ну, Илья, тебе дали уже много жестких подсказок. Как бы тебе осталось просто найти только эту комнату, как бы, и все. Нет. Кто это? Да. Кто это? А вот не скажешь. У меня зеленый нож. А, зеленый. Ну все, я... Нет. Вот это Макс. У него сапфировый нож, вот это я знаю. У меня синий нож.
Че вы меня путаете, пацаны? У Хайпера по-любому зеленый нож, как бы вот, я вижу. Да, синий. Конечно, конечно. У него голубой. Илья, комната допросов, ну как бы найти ее. Не нюхай мою попку. Да как я ее найду, я первый раз эту карту вижу. Так, Олег, 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 хочешь фокус, фокус? Ну давай. Присядь, присядь. Присядь. Нюхай наши жопы. Вы че сегодня? Давай заблочим, давай заблочим. Не надо! Мы прозрачные, не получится, не получится. А ты что, призрак? Не. Какая комната допросов? Комната на первом этаже. Комната допросов. Меня крыса вылетела, походу. На первом этаже. Пацаны, чекайте. Ну. Фокус-фокус. Тра-та-та-та-та-та-ту. Ну и чё, и где разгоняемся, фокус? Разгоняемся, разгоняемся, разгоняемся. Не, а где фокус? Это парни, вы чё меня здесь одного оставили? Ну, комната просто. Ну, и вот теперь посмотри, видишь стекло? Окно такое, видишь окно? Ну. Вот, мы там. Видишь стекло, потолок, стекло смотри, там это, татуировка есть. Посмотришь потолок, увидишь свое лицо. Ничего не надо никуда смотреть, я сказал, куда смотреть надо. Но нас там нет, Илья. Теперь мы в комнате допросов. Макс, если что, ускоримся, понял, да? Илья, мы в комнате допросов. Илья, комната допросов. Там, где ты был, вот там, где ты был. Куда? Зайди в нее и изучай внимательно, внимательно. Проверь документы, изучи список преступников, как бы, и так далее. И найди лестницу, да? Нет, искать лестницу не надо. Ну, здорово. Пацаны, что делать будем? Ну, у меня-то есть тактика. Мы лестница не работает, да? Ускоритель, ускоритель. Нет! Ускоритель, ускоритель. Вжух! Да, да что ты ускорители у вас, пацаны, такие? А ты что, не почему знаешь, ты не донатил? Почему меня того оставили-то? Ты что, не донатил, КС? Как? Ты что? О, как так? Как он меня убил? Слышишь? Ускоритель, у него, пацаны. У него так, сюда не пойдем. А у меня есть магия, знаете, опасно какая? Опасно нынче гулять по не району, пацаны, магии. Как бы, когда там ускорители ваши вот эти всякие. Пацаны, есть магия. Не надо! Какая? Не надо! Я понял, кстати. У-ля-ля. Магия называется месть. Скажите, Максим, помоги, я сделаю все. Нет, не надо, не надо. Илья, вот сейчас очень крутой момент такой, как бы, смотри, я нашел нычку. Она находится там, где ты начинал. То есть, как бы... Да ты зачем это сказал? А ты что, там же, что ли? Я же не стал, брат, сорян. То Олег, есть тебе а надо найти за... камеру заключения. Тебе надо найти камеры. Найти камеру. Да я теряюсь тут, я не понимаю. Ну вернись к спавну. Я тоже теряюсь. Карта нереально здорова, ребят. Так, нашел, да, значит? Нашел. Олег. Как бы. Он да, там за стеной, кончили. Илья. Да. Как бы вот, ясно. Да. А теперь, вот, рада, да. Теперь Олег, смотри. Теперь скажи, обойди, скажи обойди. Нет, обойди. Нет, Илья, обойди всю камеру, все камеры, которые есть. Которые тут... Да что ж такое? Начну... Это не я! Это не я! Это не я, брат! Это тоже не я! А кто тогда? Так, мы что, по парочкам разделились? Как бы, ребята, да, два маньяка, все дела, брат, за мной! Просто сейчас такую накуле покажу, что вообще прям... Сейчас будет просто... Олег, 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 сейчас будет магия, просто смотри. Ну какая магия? Я уже, пацаны, видел магию так, Илья, тебе нет, сейчас считаем до трех просто. Да, Олег! Олег, магия. Раз, ну, два, так, три. И... Узри магию. Да в смысле? Короче, что-то непонятное было в предыдущем раунде. Какая-то магия там странная, все дела. Так, брат, давай возвращаемся в исходную. Так, сюда, ой, вот здесь, а почему вот мы уже вышли? Все, мы вышли уже? Ну, нормально, ну так ищите, я пацаны. Мы-то нычку уже заняли, понимаете? Чего? Не хочется яркость поднимать. Ну да, ребят, карты на самом деле, ну, видимо, как бы ночью, понимаешь? Ночью записываем, как бы ночь на дворе, как бы все дела. Они, кстати, встретились. Ну, я вижу, да. Да-да-да, красиво, но таких, как ты, да-да-да. Пацаны, вы же понимаете? Да о. Чтоб вас, ну, а! Как так, я предлагаю... А тут есть проходка, вот. Я предлагаю, пацан, договориться. Давайте договоримся. Давайте. Ускоритель! Че? Неплохо, Максим воспользовался. Как бы, парни, давайте договоримся, давайте договоримся. Хайпер, 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 хайпер. Выжить может только один. Спасибо, брат! Да меня-то зачем? Ты рассказал! А из Илья успел выбежать? Сам ясно. Так, брат, ты куда убежал? Мы же только стоим... Нет! Не беги туда, не беги! Туда лучше не бежать! Мы что-то как-то за свол почили сейчас, я не знаю. Так. Куда бежать? Я не знаю, куда нам идти. А вот сюда. Во, сюда. Хорошо! Просто отлично. А кто здесь дверь как-то прошел, алё? Да в смысле? Вы не могли так быстро добежать? Я видел. Вы не могли так быстро добежать? Прикол. Здесь
Так, давайте, стой, давайте, вот так вот. 10 секунд, дайте нам 10 секунд, давайте. Давайте, все, погнали, Илья. Илья, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Есть нычка, есть нычка, хорошая нычка. Так, оно на втором этаже, оно на втором этаже. 4. Самое главное найти ее сейчас. 5. Давай, давай, бегом, бегом. Да они бегут за нами, пацаны! Что за приколы у вас такие там, а? Да пацаны! Давайте вот сейчас, считайте 10 секунд и стойте на месте. Все, я рядом с Катей. Она куда-то здесь, где-то здесь была, она, по-моему. Да не по-любому бегут. 3. Так, Илья, ты где? Вот, все, помню. 4. Где 5. Это место? Где это место? 6. Не сюда, не здесь. 10. О, Олег. 10, все. Иди сюда. Вот сюда, брат, 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 быстрее, бегом сюда, ко мне. Сюда. Ну, а чё? Вот сюда. Нет, ну, да. Пацаны, вы хотя бы скажите, на каком этаже? Хорошо, мы на первом этаже, пацаны, сидим. Все, я нашел тут самое место. Это было, кажется, важно убежать от вас, парни. Ну, мы сделали. Брат, мы сделали. Вот она. Смотри. О боже, все, получилось. Просто вот, на первом этаже. Немножко дыхания, попить. Да, можно просто ножки на стол положить, как бы в позу, в позе релакса, так сказать, сидеть, как бы и чилить. Просто кто сидит в позе лотоса, ставь лайк. Сейчас человек. Все сидят в позе лотоса. Да где вы? На первом этаже нету. На первом этаже. Если реально кто-то сидел в позе лотоса, напишите, пожалуйста. Прикинь, прикинь, я на самом деле знаю, прикинь, кто-нибудь смотрит такой, сидит в позе лотоса просто наши ролики. Я мыло уронил, подними. Как прикольно-то, наверное, я не знаю. Я мыло уронил, подними. Какой кайф, какой чил просто, да? Хорошо, брат. Еще там всякие чилы Иваны принимают. Ну, короче, это, пацаны, мы вас видели. Конечно. Макс, стой на месте. Че? И чё? А посмотри на карту. Потом кто-то ходит. Да, я вижу. Никто не ходит, они нет! Они наверху, тут телепорт. Никто не ходит там ни под вот кем. Тут телепорт. Никто не ходит там ни под кем. Тут нет никого. Серьезно, это обман. Они, да, тупой, что ли? Так, подожди, стой. Подожди. А, не-не-не, мы бы не успели. Как бы, ладно, телепортируемся, брат. Телепорт, давай. И... Макс! Нет! А. Нет! Нормальную дверь. Стой, братан, стой, не, это я. Вот это, слева я, справа Илья. Не трогай, брата! Да, да точно справа Илья. Нет! Брат. Я влетел и вылетел. Брат! Нет! Ну чё, что? Давай на колени. На колени. А, стоп, извиняюсь. Подними, нет! Даже не знаю. Мыло валяется, подними, сказал. Нет. Да пошел ты! Да стой, 20 хп основой! Стой! Решающий момент. А мыло сзади, надо? Приседай. А что сделать? Даже так его не Махалай, Махалай, Олег, умирай. Блин! Перепутал, Махалай, Олег, умирай. Я успел! Yes. Хабер, вдохни. Ну, парни, вам не поздоровится! Меня, значит, освободили досрочно, как ты знаешь, где машина стоит? Это кто? Дверь открывается, да? Это кто? Подожди, можно, пожалуйста, с тобой договориться? Ну, давай, хорошо, брат, смотри. Я тебя просто так отпускаю, беги. Просто так отпускаю. А, серьезно? Да, да. Давай, я тебе даю даже 5 секунд. Раз, два, три. Знаешь, где машина? Ну, да, автобус. Иди. Такой, не автобус, а бусик такой, да, который наполовину въезжает в здание. Ага! А чьи ножки там торчат? Иди сюда. А как ты попал туда? Брат, смотри, что есть. Брат, ну, вас трое, я один, как бы, понимаешь, да? Никто не запрещал, понимаете, законом не запрещено. Как бы, да, здорово, тут никого нету. Так, где все? И осталось найти Максима, и осталось найти Лёху. Фига, впервые меня по имени назвал. В смысле? За 2 года общения. Чего? Ничего не понимаешь. Чего? С другой стороны, хайпер, вот тут. Так, где-то. Так, давайте, парни, сразу. Первый или второй это? Это вроде бы второй. Это вроде бы хер знает. Первый. Сейчас проверю, но клипы вылечу, посмотрим. Да, второй. Тут, походу, тоже какая-то модель есть, да? Ладно, неважно. Так, где вы сидите? То есть, говорите, второй этаж, да? Второй этаж. Да. Так, да. Вот что-то меня это на самом деле немного что-то настораживает. Мы с ней тут шумаляем, ты что, нас не слышим? У меня звуки выключены, понимаете? Вот ты тупой хоть. Как бы, ничего не слышу, ничего не вижу. Пацаны. О, звуки. Да, Спокойно. А как вы туда попали? Ну, клипом. Ну, я у меня, как бы, знаешь, как бы одно предположение есть такое, да. Зато честно, знаешь, зато честно. Смотри, куда мы стреляем. Че, сюда, что ли? Ты серьезно сейчас? Смотри, куда мы стреляем просто. Стол! Блин, он серьезно просто. Куда? В стол?
Стоп. А, вот здесь вот? Ема. Ну здорово, пацаны. Здрасте, мордасте, иди сюда. Оп. Отпускаю. Да, нет, не отпускаю. Давай, давай, давай камень, ножницы, бумага, если выиграю, что отпущу. Давай. Готов? Давай. Да. Раз, чатик, два. Чатик, чатик. Ну, да, да ладно, да так, нормально. Раз, давай. Два, три, он камень. Да в смысле? О, назад, посмотри, назад, посмотри, назад, посмотри. Посмотри за стекло. Здорово. О как? О как? Ну ладно, я сам. Да в смысле? Ты меня убил, да ты меня убил. Ну ладно, брат, хорошо, хорошо. Так, а где Леша? Алексей, Алексей. Можете, пожалуйста, сказать? На первом этаже. На первом этаже. Возле лестницы. Возле лестницы. Ну, в смысле, Лех, ты палил постоянно, где мы сидим. Спускайся вот сюда, беги, да-да-да. И вот тут прямо, где-то справа. И вот где-то, да, вот здесь где-то, я помню, нычка была, я помню, вот здесь вот, по-моему. Да-да-да. Дай, я дойду до тебя. 5000 хп, ничего не вижу. Чего, реально, что? Помоги, Максим. Ну что ж, дорогие друзья, это наша сегодняшняя серия по маньячку в CSGO подошла к концу. Госпожа, вы узнаете кого-то из преступников? Ну вот этого посередине, вот что-то у него перчатки знакомые. Да, окей. Изгнан. Вот его, да, его. Так, подожди, еще два. Я понял, я понял. Ладно, ребят, я надеюсь, вам эта серия понравилась. Вы поставили лайки. Карта нереально огромная, но ичек еще очень много. Вот, я надеюсь, еще раз вам это понравилось. С вами сегодня были, как всегда, Кофе, Фреш, Хайпер, Excel. Всем до скорой встречи, всем пока-пока. Всем пока. Ебой всем отбой. Там на инстаграмчике, на ютубчике. Петровчик, лучший инстаграм.